Так, проверка. Все, отлично. Всем привет. Меня зовут Дмитрий. Еще раз как зовут? Анна. Анна. Это Гудаури. Держите, пожалуйста, камера, она привязана. Компания Skyton Tiber. Старт. Горит удобно. 3006 метров в уровне моря. Взял ветерочек, ветерочек нормальный. Готовы идти вперед? Да. Пойдем теперь. Пойдем. Садитесь. У-ху! Сейчас вылетим из облака, оно тут стоит рядышком. Пролетим буквально за 20 секунд. Конечно, это потрясающе. Вон оттуда и туда мы пешком шли. Ага. И на этой канатке побывали. Да. Самочувствие хорошо? Да, все нормально. А что бывает? А? Что бывает не так? Еще раз пелки. Что бывает не так? Самочувствие. А, да? Да. Если сильно человек укачивает, мы прямо здесь сядем внизу, возле канала. Не было плохо. Ой, как красиво! Завораживает. Вид просто завораживает. Пошатся, да, что-то да, там да, бегают, да. Бегают. Все. Ну нам-то не до них. Мы-то летим. Полет каньонный, поэтому мы сначала пролетим до каньона и потом вдоль каньона аж до... Водопада летнего, то есть сейчас там он почти его нету, потому что это туда. Ну да. Места самые такие красивые. Супер. Даже снег идет, да? А погромче еще раз. Снег идет, да, тут наверху? Небольшой, да, потому что облака же присутствуют. Ну, да. Я же говорил, что сегодня, возможно, даже подцепит. Это было бы неплохо. К вечеру хотя бы так какой-нибудь фронт появился приличный. Это и есть Крестовый перевал. Это самая высокая точка по дороге. Теперь
камеру можно вот так вот в сторону. Так подержать. Вот так подержать. Да. Чтобы вид поменялся. Как же круто здесь! Круто, это хорошо. Просто говорить немножко громче, я в шлеме. Ну да, ветер. Из-за шлема слышимость не так хорошо. Плюс ветерок дует, тоже шумит. Первое видео, собственно. Так вот.